Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Голди. И, ребятки, у нас в это время выходит новая серия на канале Голди. Погнали! Да-да, вы не ослышались, именно новая серия. Итак, ребятки, прошло целый год после того, как я не выкладывал видео. Как-то руки опустились, было впадло выкладывать. Огорчали просмотры, вот, в общем, все такое. Вот, и многие писали мне в Discord: Голди, вернись, там в Ютубе писали все. Вот, и я решил все-таки снять серию, потому что, расскажу по секрету, мне даже написал Ютуб, сказал, что если вы в течение месяца не выложите какую-то хоть что-то не сделаете на канале, то вам отключат монетизацию. Я, конечно, давно уже не получаю ни доллара с этой монетизации, но все равно обидно, что столько было работ, и все-таки пускай, да, я сделаю серию, посмотрим, как пойдет, хотя я уверен, что ничего не пойдет, но все равно мы посмотрим, как пойдет, главное, чтобы не выключили монетизацию. Итак, ребятки, сегодня как раз я так и иногда играл со своим малым, смотрите. Да, был такой прикол, что у нас минимальные очки всегда были 525. Но это уже давненько было, когда отняли, и минимальные очки стали 500. Поэтому значительно у всех ребят максимальные кубки снизились. Вот, и я решил по новой их качать. И вот почти докачал до 21 тысячи. И сегодня вместе с мамой мы, конечно же, качнем эту 21 тысячу. Откроем мега ящик, возьмем, получается, подарок. А вот тут подарок я оставил. И еще такой прикол, как раз совпало, ну реально, все звезды сошлись для видосика. Ребятки, мы откроем мега ящик и большой ящик. Может быть, что-нибудь такие и выбьем. Вот. Что прошло за этот год, ребята? Ну, я немного играл, выбил пару бойцов там, что-то мне. Грифон, по-моему, мне выпал, да? Потом, смотрите. Короче, у меня дофига этих бойцов. Байрон выпал, я на нем даже не играл, смотрите, 17 кубков. То есть еще можно качать, пару тысяч смело можно накачать. Вот, и, конечно же, там недавно был какой-то конкурс, можно было выиграть игрока Грома. И реально я его на изи прошел, ни разу там, за кристаллы, получается, я не продлевал, чтобы можно было играть еще, да. А так как-то получилось выиграть Грома. Как видите, я на нем даже еще не пробовал играть, хотя можно будет тоже пирать. Если видос зайдет, то я, наверное, продолжу снимать видео по Brawl Stars'у и, возможно, даже Roblox. Год прошел, у меня малый подрос, постоянно просит тоже давай играть, давай снимать. И сам уже прикольный там в Майнкрафте и в Роблоксе делает вещи, поэтому, может быть, можно эти вещи тоже снимать. Ну что, мы сегодня с вами поиграем. Конечно, можно взять, я думаю, с первого раза взять легко эти кубки, если взять какого-то нубского бойца, да, у которого вообще по нулям. Но мы, наверное, ребята, сегодня возьмем все-таки, чтобы потянуть время, я возьму, конечно, наверное, Лу. Вот у меня... Короче, смотрите так, те, у кого 500 кубков, я вообще не играю, потому что боюсь слить кубки. Вот, когда будет уже у всех по 500 моих бравлеров, тогда будем пытаться расти дальше, качать по чуть-чуть. Как видите, еще очень много игроков у меня нету. Спайка этого старого ветерана до сих пор нету, да. Когда-то было на аккаунте, не хватало только одного игрока, Спайка. Вот, очень много видео, ребята, на канале. Кто не видел, можете посмотреть. Там это уже история, это уже раритеты. Вот, и, короче, как-то так. Ну что, погнали, возьмем Лу. Кстати, расскажу вам тоже по секрету. Получается, у меня на канале за этот год, ушло где-то... около 1000 подписчиков, да, там 800, 900, я не знаю. Оно, по идее, ребята, автоматом снимается. То есть, если человек там неактивный на этом канале какое-то время, я думаю, что оно само все снимает. Ну что, короче, поговорили, всем привет, всем олдам огромный привет. Спасибо, кстати, ребятам, которые в Discord, я вчера так зашел, посмотрел, продолжают там Кейфол, еще там ребята, Дедли, Никита, который, я знаю, в Roblox тоже. Реально, ребята до сих пор сидят в Дискорде и там что-то пытаются делать. Респект огромный им и привет, вот. Ну, а мы погнали в бой. Так, сколько зим, сколько лет мы не играли. Посмотрим, какой напарник с нами. Кстати, ребят, подскажите в комментариях, вообще актуальна ли еще эта игра Brawl Stars. Ну, я так понимаю, что актуально на самом деле. Кто-то подрастает, ему она перестает быть интересна, но в то же время кто-то и... опять же, подрастает, да, но, получается, был совсем маленький, теперь чуть взрослее и начал играть, да, и ему тоже интересна эта игра. Так, я хотел к тому ящичку пробраться, но, походу, не могу. Ладно, пойду своему напарнику, буду помогать. Пока что 5 команд, кто-то нападает на нашего, сейчас мы попробуем
О, почечку. Ух ты, ё-моё, вот это крыса. Вот это мыша-крыса. Есть, получилось. Вот это классная штука, конечно, у Лу, да? Когда он стреляет, стреляет. И потом, короче, если, по-моему, три раза у него удается попасть, он его замораживает, да? И... Ух ты, ё-моё, я как-то прозевал свое ХП, на самом деле. Смотрел на соперников и прозевал свое ХП. Бери баночки, и уходи, уходи. А, ну все, походу, слив. Вот такое, ребята, с первого раза с пятое место. Так что, походу, мы будем долго брать эти кубки. Да, ну тут, конечно, я согласен, я не совсем старался. Вот, поэтому мы сейчас будем более качественно играть, да? Потерял я чуть-чуть наровочку играть в Brawl Stars, хотя иногда с малым подыгрывал. Вот, ну ничего. Смотрите, в прошлый раз со мной был метатель, и опять со мной метатель. Он почему-то злится сразу. Сейчас здесь это тут какой-то черт, точно. Вот. Давай его бей! Есть, получилось. О, этот походу ап, нужно его быстро сливать. Отлично. Отлично. Как видите, я как играл, ребята, автоатакой, так и играю автоатакой. Не могу я вот реально прицеливаться, но не переношу я это. Вот, хотя у меня малый играет в телефоне и так четко все прицеливается, у него все получается. Ладно, мы сейчас попробуем эти открыть баночки. В принципе, тут две банки, это лишним нам не будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну как это так? Я думал, что мы его сольем, капец. Короче, ребят, походу мы будем очень долго брать эту. В принципе, нужно было выиграть всего лишь один раз, да? Но теперь нужно... А, он хотел с нами играть еще. Нет, не хочу с тобой играть еще. Ладно, давайте, ребятки... О, что тут можно по Brawl Pass'у? Как раз. Кстати, у меня уже готово на следующий Brawl Pass. Думаю, как раз сколько там? Осталось 5 дней, да? 5 дней и 21 час, и придет следующий Brawl Pass. Я думаю, я его... Как раз сниму видео, купим новый Brawl Pass и будем вместе проходить. Интересно, какой там будет новый игрок. Если вы знаете, кстати, какой игрок, напишите в комментариях. Очень будет интересно почитать. Итак, я решил, если мы сейчас еще раз проигрываем на этом Лу, то, наверное, все-таки придется брать нубика какого-нибудь и брать очки уже на нем, кубки, да, чтобы уже закачать тот 21 тысячу. Вот, я, кстати, даже не смотрел, какой там... А, ну там мегаящик, да, просто обычный мегаящик, походу. Ладно, ладно, ладно. Так, две баночки маловато. О, со мной играет этот новый чувачок. Две баночки маловато, хочется еще банок. Хочется еще банок. Сейчас попробую, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну это жесть какая-то. Я забыл совсем, что эти вольты умеют через стену телепортироваться. Ну капец. Тупо подловили меня, да? Так, мой напарничек бегает, движется. У него все получается. В принципе, походу, доживем. До того, как я появлюсь. Он еще и убил соперничка. Молодец. Да, вот эту надо фигню бить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Есть. Ну, черт какой-то. Ну просто, что происходит? Так, это, походу, этот новый бравлер, он метатель, да? Чувак, извини, да, тебе попался не совсем хороший. О, у него мало хп, кстати, есть шанс его слить. Сейчас я появлюсь, и мы его попробуем. Боже мой. Есть. Сейчас и это. Вот это вот со своим телепортом, конечно. Я не знаю, мне мало хп, я не успею взять ту банку, да? Ладно, рискну, смотрите. Раз, два, есть, рискнул. Хотя бы добавил. Тут никого нету, есть, никого нету. Давайте попробуем хотя бы все-таки взять второе место. Сейчас, смотрите, они там дерутся. Торговец 2 какой-то. Ой, хорош, как я его подловил, вы видели, ребята? Это просто жир называется. Это, кстати, тот черт, который меня всю игру подлавливал, бил вот это вот. И я ему отомстил, так я его подловил. Очень круто получилось. Кстати, мои напарники, у него Brawl Pass, да? Если вы не знаете, есть ли у человека Brawl Pass или нет, это у него так мигает Feral Berry, мигает ник. Ну, скорее всего, уже все давно знают. Так, в принципе, мы вернули то, что слили. Квесты, это хорошо. И получается, он с нами не хочет играть. Сколько у нас не хватает кубков? Всего лишь 5 кубков, ребята. Ну что, как скажете, сыграем еще? Да, давайте еще один бой попробуем на Лу. Возможно, мы на Лу и возьмем 21 тысячу. Надо постараться, просто не спешить, просто внимательно играть, и все получится. Ну и, конечно же, удача должна присутствовать. И еще немаловажно, хоть взять хотя бы пару... Боже мой, я как пару этих кубков, да? Я как вспомню, ребята, я когда-то этот Макс, когда только появился... Можете, кстати, посмотреть это видео...
черт, не успел. Как только этот Макс появился в Brawl Stars, я его покупал за $20. Это жесть была. Донатил сумасшедшие деньги, надеялся, что повезет, да. Зрителям понравится это все и будут смотреть меня. Но, походу, все это было... друг, все это было напрасно. Все эти донаты. Там, короче, не одну сотню долларов вливал. Вот, ну, да и ладно. Так, чувак, ты не попадайся так. Уходи, блин, подхилься, под... Ну, это просто no comments. Просто нубло. Полное нублище. Да, и опять мы далеко от цели. То есть, и снова... Да не хочу я, друг, с тобой играть. И нам не хватает, получается, 8 кубков. В принципе, если мы возьмем сейчас первое место, то мы сможем... наконец-то взять то, что мы хотели с вами. Кстати, ребята, если у вас есть какие-то идеи, я и раньше это говорил, ну и сейчас напомню, если есть какие-то идеи, ребятки, что снимать такое интересное, чтобы зашло, пишите в Discord, сервер все тот же, в описании видео будет ссылочка на Discord. О, класс, какой у нас напарник, сразу уже слился. Ссылка на Discord будет, все будет, поэтому если есть какие-то идеи, чтобы такого интересного поснимать. Да, 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 прикинь, не попал. Хотя, о, вот ящичек. То я с удовольствием почитаю ваши идеи. И может быть что-то и получится. Вот, также, не знаю, стримы. Когда-то люди просили стримы. Мне кажется, стримы нужно делать, когда чуть-чуть есть какой-то онлайн на канале, да? Ах, должен успеть, отлично. Так, напарник, ты что-то тупишь уже, с который раз. Ну, что за просто... Странный человек, на самом деле, блин. Я тут добываю эти баночки, а оно тупо ходит и сливается. Ну, я так понимаю, первое место точно не взять с таким напарником, но нужно хотя бы войти в троечку. А еще в идеале в двоечку, да? О, хорош. Бейте. О! Вот так вот я справа... Блин, ну я не ожидал, что тут будет еще одни крысы. Ну, в принципе, я его добил. Плюс одно. Нормально. В принципе, смотрите, девятая сила, но он играет как нубарь. Да, еще такой прикол, конечно, случился, что тут уже 11 сил, но это все знают. А я, кстати, не знал. Вот. И мы получили плюс один кубок, и мы вернулись на ту позицию, которая была в самом начале видео. Всего лишь 7 кубков не хватает. Ну, давайте пробовать еще. Итак, надеюсь, в этот раз нам повезет, кто с нами играет. Вон мы внизу. Давай, ладно, хорошо, я возьму, ты давай вверх иди. Тут, да ё-моё, тут каждая секунда на счету. То есть, чем быстрее мы пооткрываем все эти боксики, будет у нас больше баночек, тем как бы мы увереннее себя будем чувствовать. Вот это хорошо, он пошел на нас. Я думаю, мы его сейчас убьем. Нужно его убивать, он тут где-то регенится стопудово. Сейчас будет стрелять. Есть, убили. Так, бери. Ладно, я возьму. Есть, я успел. Ой. Есть, успели. Отлично. Ну, 6 банок, уже шансы, в принципе. Что делать, ребята? Что делать? Ладно, ульту пока мы не будем тратить. Ульту я поберегу. Но он меня неплохо подбил, так скажем так, да? Так, смотрите, что происходит. Ну, ничего, он ультанул, он потратил все свои... Так сказать, запасики, силы. Ох, красава. Просто красава. Итак, третье, уже у нас третье место. Нужно брать только первое. В принципе, мы идем неплохо. Смотрите, сейчас еще одна баночка. Воу, друг. А у него вообще там понты по банкам, да? Ну что, погнали вверх. Дина Майк. Я сейчас попробую этого тут погасить. Да, тупо все получилось. Сейчас буду я их, это даже с ультой, вы видели? Давайте мочим их. Эх, туда бы попасться как-нибудь, да? Ну, надо его выносить. Есть, получилось. Даже мы не взяли все эти баночки. Ну что, в принципе, бой был крутой, неплохой, да. Ну ладно, я напарник. Напарник неплохой. Кстати, мы взяли 400 кубков, уже хорошо. 9 кубков мы получили. И, наконец-то, ребятки, мы добились того, чего мы хотели. 21 тысяча кубков. Да, по нынешним меркам это не так уж и много, но раньше
когда мы были ветеранами, играли, да, года два назад, три назад, это было достаточно круто. Сейчас, конечно, они там построили очень много трофеев. Это просто капец, сколько там, 55 тысяч. Давайте посмотрим. Насколько я помню, по-моему, до 50 было, или до 49. И... Да, до 50, мега ящик. Я не знаю, если, ну, конечно, топочки всякие есть, вот. Но это не про нас. Ну, в принципе, тоже неплохо, 21 тысяча. И мы начинаем открывание. В последнее время мне падают вообще понты по 2, по 3 предмета. Посмотрим, ребятки, что у нас выпадет в этот раз. Итак, мега ящик и 6 предметов. Оу, неужели они решили нас отблагодарить за такое длительное отсутствие в игре, да? Вот, ну я на самом деле думаю, что, как и всегда, как часто бывает, это все-таки гаджет. Сейчас посмотрим, может быть, я приколюсь, если это какой-то будет браузер. Это будет круто. Смотрите, как оно мигает. И гаджет. Да. Гаджет на Эдгар. Супер Эдгара заряжается на 525% быстрее. Боже мой, это, наверное, вообще молниеносно, да? Ну, такой прикольная тема, нужно обязательно будет потестить. Вот, к сожалению, это был не бравлер, но тоже прикольненько. И у нас еще есть подарки. Давайте так, ради прикола, в конце видео откроем. О, в маленьком, приколитесь, в маленьком боксике пассивка на Джина, круто. Звездная сила, волшебный туман. Джин лечит всех целительников близко, восстанавливаем. Тоже прикольно. Кстати, видел, с тобой такие ребята играли. Ну и, конечно же, давайте купим. У меня очень много этих красных монет накопилось. Купим вначале большой боксик. Тут ничего. И еще на прощание мега ящик за 1500. Давайте посмотрим. Ну, тут уже должно быть тоже 6 предметов. Неужели здесь нам повезет? В принципе, согласитесь, открывание, ну, не самое плохое, да? Потому что в каждом ящике, в принципе, всякие плюшки были. Вот, что же здесь? Тоже гаджет или бравлер? О-о-о-о! Вот это круто, ребята! Бас! Я выбил база! Ну, блин, ну эта серия реально достойна лайка, да? Вот, даже сделать скриншот, это, наверное, будет заставочка. Это будет реально заставочка игры. Вот, как-то так. В принципе, все правда. Открыл мега ящик на 21 тысячу и выбили база. Большое спасибо всем, кто меня смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хотя бы какие-то пишите комменты, поприветствуйте меня, да. Кто меня помнит, кто old, скажи gold, привет. Спасибо, что выложил видео. И пишите свои пожелания, что хотите видеть еще. Вот, как-то так. Круто, мы выбили база. Теперь у меня еще на одного игрока больше. Теперь у меня получается 46 из 53. Можно смело 1500 качать. И постараться, в принципе, 23 тысячи можно уже брать. Ну что, ребята, вот такое было сегодня видео. И, как всегда, дальше будет только круче. Всем пока-пока!